В Шымкенте осудили фальшивомонетчиков. Мужчин поймали с поличным, когда они пытались обменять поддельные доллары на тенге. Одного взяли с 10 тысячами долларов. У его подельника нашли еще около 13 тысяч. Примечательно, что все банкноты были номиналом только по 100 долларов. Подробности, где и на чем их печатали, не сообщаются. Известно, что мужчины пытались сбыть фальшивки по заниженному курсу. И этим привлекли внимание. При обыске жилья подозреваемых выяснилось, что они еще и наркосбытчики. У обоих в общей сложности изъяли около 6 килограммов гашиша. В ходе следствия сотрудниками АФМ осуществлена контрольная закупка вещества растительного происхождения темно-зеленого цвета. Позже эксперты подтвердили, что объект исследования – наркотическое вещество гашиш. Приговором суда указанные лица признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет и 5,5 лет соответственно.